Ребятки, самые гидные и сведомые водители, всем добрый день. Вот перед нами пример идеального автомобиля Volkswagen. Понятно, даже на украинской регистрации, даже не бляха. И обратите внимание на его фонарь. Вот, он очень ярко светит, реально как фара тебе дальнего света в глаза. Вот сравните, раз, раз, видите? Разница очень большая, камера не все перекрывает. А к чему это, ребят? Мораль, пожалуйста, следите за своим автомобилем. На разборке хотя бы возьмите, елки-палки, фару и поставьте. Да понятно, что битые. Нащадок типичный. Я понимаю, конечно, что живется тяжело, агрессия, все дела, но надо хотя бы немножко следить за своими автомобилями. Наверное, и не отстреливает нащадок. Обращаться к нему не буду, очень боюсь крутых парней на Volkswagen.